Семейный наркоподряд. В советском районе Волгограда ликвидировали наркопритон, который организовали муж с женой. Это первый результат оперативно-профилактической операции «МАК», которая стартовала в регионе 28 мая. А всего с начала года в области ликвидировано почти 40 наркопритонов. В организованном безработными 35-летними супругами притоне наркозависимые изготавливали и употребляли зелье из семян кондитерского мака. Причем 35-летний мужчина в прошлом уже имел судимость за содержание наркопритона, но это не остановило его от преступной деятельности. В ходе осмотра домовладения было обнаружены использованные шприцы с остатками ацетилированного опия, различные емкости, в которых находилось наркотическое средство, затем различные ингредиенты для изготовления наркотиков. Но особенно поразило сотрудников наркоконтроля именно масштабы производства зелья. Значит, когда во дворе дома среди мусора они увидели большую гору именно отработанного пищевого мака. В отношении супруга возбуждено дело по статье «Содержание притона для употребления наркотических средств, совершенной группой лиц по предварительному сговору». Она предусматривает до 6 лет лишения свободы.